Снова пожар в Петропавловске. 18 декабря ЧП произошло в четырехквартирном деревянном жилом доме в микрорайоне Береке на улице Калинина. Вызов поступил на пульт спасателей около 2 часов дня. Уже через 4 минуты на борьбу с огнем прибыли 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Общая площадь пожара 110 квадратных метров. На его локализацию ушло 22 минуты, затем в течение получаса он был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем.